Накануне на Серовском тракте в окрестностях Нижнего Тагила в ДТП сошлись и старый млад, это проводители, а совсем молодой пассажир из категории «ребенок». В результате немудрых действий старого и вовсе оказался в больнице. 21-летний автопилот «Газели», судя по надписям на котомке, в роли Деда Мороза доставлял на севера заказанные и оплаченные подарочки по Серовскому тракту. А на 154-м его километре, если считать от Екатеринбурга, на этот же тракт с прилегающей дороги за рулем Нивы «Шевроле» крайне неуклюже выбирался ветеран, у которого стаж руления вдвое больше, чем прожил на свете водитель «Газели». Однако же и на старуху бывает проруха. Грубо нарушил ПДД именно дед. 79-летний мужчина при проезде нерегулируемого перекрестка со стороны поселка Евстюнихов в сторону города Куша допустил столкновение с автомобилем «Газель», который двигался со стороны города Екатеринбурга в сторону города Серов в прямом направлении. Дерзко выскочив перед носом «Газели» со второстепенной дороги, автоаксакал не перестал чудить, а наоборот устроил резкую эскалацию напряженности. На птичьих правах, оказавшись помехой справа, Нива сразу резко полезла влево, совсем уж подрезая «Газель». Гаишники, приводя тактико-технические характеристики водителей, оба жители Нижнего Тагила, оба были трезвы и пристегнуты, кроме соотношения водительского стажа, приводят еще и сведения о законопослушности. Так вот, молодой в этом году попадался на нарушениях ПДД уже 4 раза, а дедушка ни одного раза. Однако, потому как он себя вел, должно было быть все наоборот. Позже он ссылался на то, что по неопытности, при 40 годах стажа против 3, стал искать здесь место, чтобы развернуться. Не знал, мол, что тут нельзя. В результате полупопутного тарана каким-то образом пострадал 16-летний пассажир «Газели», ехавший там с мамой и пристегнутый. Уже добравшись домой в Нижний Тагил, он самостоятельно обратился за помощью в 3-ю горбольницу, в ее травмпункт. Диагностические подробности ГАИ не разъясняет, но в итоге, после осмотра медиками, юношу отпустили домой.